На вопрос о том, что имеет наибольшую ценность в жизни, большинство людей без сомнения ответят «здоровье». Особенно сейчас, когда мы понемногу начинаем восстанавливаться от последствий COVID-19. Ни для кого не секрет, что именно стресс и переживания обостряют многие проблемы со здоровьем, которые, возможно, долгое время игнорировались. Несмотря на отсутствие каких-то жалоб на здоровье, каждому человеку раз в год рекомендовано проводить индивидуальную проверку здоровья, так называемый чекап. Такой общий осмотр и проверка здоровья, я считаю, может быть актуальна в любом возрасте, хотя бы начиная уже с 20 лет. Конечно, более актуально это может быть людям после 30 лет. Да? Первый раз сделать проверку здоровья, даже если у вас нету жалоб, было бы целесообразно, чтобы понять, то есть, если, может быть, есть какие-то моменты, которым стоит, скажем так, уделить внимание, особенно беря во внимание заболевания, которые в семье. В СЛБ-центр Четри – первое медицинское учреждение, которое ввело индивидуальные программы проверки здоровья. Программы различаются в зависимости от пола и возраста, а также дополняются на основании жалоб пациента. В любом случае, каждому клиенту и пациенту мы подходим индивидуально. И главное, то, чем мы руководствуемся, это жалобы пациента. Исходя из этого, составляем индивидуальную программу. Конечно, за основу мы можем брать любую программу, которая уже подготовлена, и ее модифицировать так, как нам нужно. Таким образом, чекап-программы включают в себя полное обследование состояния здоровья человека, индивидуально разработанную программу, которая уникальна для каждого человека, поскольку основана на его жалобах или предыдущих обследованиях, а также на результатах лечения. Стандартно план программы чекап состоит из трех этапов. Лабораторные исследования, то есть анализ крови, мочи, кала в основном. Далее это идет визуальная диагностика, что значит мы обследуем организм, мы делаем ультрасонографию, мы делаем магнетический резонанс, эхокардиографию, то есть мы смотрим по факту, как это выглядит внутри. Да, визуальная диагностика занимает важную роль в обследовании здоровья человека. Это неотъемлемая часть современной медицины. Доверив проверку своего здоровья Capital Clinic Riga или специалистам в СЛБ-центр Четри, пациент может быть спокоен. Все обследования будут проводиться на оборудованиях премиум-класса, а специалисты, которые проводят или описывают результаты обследования, являются ведущими специалистами в Латвии. Радиология играет очень важную роль в любой области медицины. Она незаменима, так как мы можем видеть все, что происходит в человеческом организме, и норму, и анатомические изменения, а также заболевания. И в любом случае эти исследования полезны, как различного вида ультразвуковая сонография, так и компьютерная томография и магнитный резонанс. Кроме того, в большинстве случаев при посещении консультации специалиста, например, кардиолога, гинеколога, уролога, ультразвуковое исследование проводится во время консультации, так как практически все кабинеты специалистов оснащены соответствующим оборудованием. Если пациенту необходимы более углубленные обследования, такие как компьютерная томография и магнитный резонанс, они предлагаются в одном из ВСЛБ-центр Четри или в других филиалах компании, наиболее удобных для пациента. Следует отметить, что самым инновационным методом обследования в последнее время является скрининговое обследование всего тела с помощью магнитного резонанса. Магнитный резонанс – это вид исследования, при котором мы можем увидеть, что происходит внутри человека. И в наше время возможно проводить очень объемные исследования, которые, как фотография, проводя панорамное обследование. Мы можем обследовать человека в полном объеме с головы до таза и дальше. Новейшее оборудование магнитного резонанса, как, к примеру, этот, находится в филиале визуальной диагностики в Эгенскалсе, оснащены самыми мощными и инновационными технологиями, которые позволяют увидеть даже самые незначительные изменения, при этом сокращая время обследования, делая это максимально удобным для пациента. Магнитный резонанс для всего тела есть и в кабинете магнитного резонанса на улице Гребенщикова, 1, в помещениях Центра диагностики. Мы можем получить обширную информацию в короткие сроки. После этого мы уже знаем, что смотреть дальше, какой орган, какую область обследовать более детально. Хоть и магнитный резонанс всего тела не может полностью заменить детализированное обследование, например, простаты или печени, после него мы можем увидеть, что там произошли какие-то изменения, которые требуют более глубокого обследования. Объединив эту информацию вместе с клинической картиной и лабораторными исследованиями, мы уже знаем, в каком направлении смотреть.
Чек-ап-программа идеально подходит для активных и занятых людей, для которых время и качество имеют первостепенное значение, поскольку все медицинские обследования могут проводиться в эффективно организованном процессе длительностью до 2 недель. Кроме этого, все специалисты владеют иностранными языками. Это значит, что такие обследования могут легко проводить и иностранцам. Пациент, обращаясь в клинику с целью пройти проверку здоровья, он попадает в руки семейного врача-терапевта, который эту программу составляет. И тогда в нашей команде появляется еще один человек, медсестра, которая выполняет функции такого проводника по этой программе. Пациент попадает в одно место, где, в принципе, от него требуется только выполнять то, что говорит ему медсестра, и следовать ее рекомендациям, куда теперь пойти и что теперь делать. Следует заключительный визит, где даются все рекомендации на будущее, на ближайшее и на далекое, за которыми потом тоже с выполнением следит медсестра. Не зря говорят, что в нас уже заранее вложено все, что нас ждет. Если раньше все списывали на судьбу, то сегодня ее можно изменить, а правильнее – опередить. Это генетическая информация, то, что мы приобрели и дали, скажем, нам наши родители, это такой фундамент, либо базис, на котором мы можем дальше выстраивать свою жизнь. И как наше здоровье, так, скажем, и, к сожалению, могут быть тоже какие-то вот в этом фундаменте, скажем, моменты, которые могут сказаться не очень хорошо. И действительно выявить заранее вот эти вот трещинки, да, заранее определить, какие гены, может быть, не так хорошо функционируют или могут, скажем, оказаться какое-то хроническое заболевание, это все возможно просто, быстро, эффективно, безболезненно сделать генетические тесты и посмотреть вот свои, скажем так, слабые стороны. И, конечно, исходя этого теста и вот этих вот всех исследований, дается рекомендация и план, конкретный план действий, раз в 3 месяца что делать, раз в полгода что делать, зачем нужно следить, как нужно питаться, какие нужно делать технические анализы, техосмотр, да, скажем так, чтобы, не дай бог, ничего не упустить. То есть мы, в принципе, заботимся всю жизнь, а не только, к сожалению, когда уже какие-то развиваются заболевания. Важно помнить, что не всегда во время обследования будет выявлено какое-то серьезное заболевание. Чаще всего людям рекомендовано сбалансировать питание и посетить физиотерапевта. По правде, многие жалобы на здоровье основаны на неправильном питании или малоподвижном образе жизни. В Веселыбс Центр Четри и Capital Clinic Riga работают опытные диетологи и есть оборудованные физиотерапевтические отделения. Обычно, часто мы все живем с дисфункциями, потому что мы много сидим и очень мало двигаемся. Особенно это сказалось на нашем здоровье во время работы, удаленной работы. И в результате, даже если у человека не болит, образуются какие-то дисфункции в организме, в опорно-двигательном аппарате. И тело адаптируется до тех пор, пока нету боли. Когда адаптационные возможности иссякают, появляется боль. Поэтому для того, чтобы не получить какую-то острую проблему со своим здоровьем, желательно прийти и обследоваться. Необходимо пройти курс физиотерапии для того, чтобы укреплять мышечный корсет, для того, чтобы укреплять мышцы, которые слабые, снимать напряжение с мышц, которые очень сильно напряжены, также, чтобы улучшать и сохранять биомеханику в суставах, чтобы был хороший приток и отток крови к суставам, к внутренним органам, ну, ко всем органам. И также необходимо, чтобы была в порядке миофасциальная система. Для этого необходимо делать упражнения. Также представители Всемирной организации здравоохранения заявляют, что профилактическая медицина – это шаг к счастливой старости. Ведь ранние отклонения от нормы можно успешно лечить. Это не дает жалобам перерасти в серьезные заболевания. Если вы хотите прожить долгую счастливую жизнь, проверяйте свой организм раз в год, так же, как ежегодно проверяете свой автомобиль. В основе лечения многих хронических заболеваний номер один – это образ жизни и физическая активность.
Это то, о чем многие молодые люди задумываются действительно, когда появляется проблема. Эта чекап-программа, она помогает все-таки выявить уже какие-то небольшие изменения в организме, которые на данный момент не требуют медицинского строгого вмешательства, медикаментозной терапии или даже каких-то других более серьезных манипуляций. Но это помогает все-таки понять, что заботясь о себе, соблюдая диету, соблюдая физическую активность, в чем активно могут помочь наши диетологи, специалисты по питанию и физиотерапевты, это все помогает продлить жизнь, сохраняя себя здоровым и активным.